Приветствую всех, дорогие друзья. Помните, когда-то здесь говорилось о неприятностях? То есть здесь целая была стая ядрить волков. Если вы не понимаете, то это где-то их штук 5 пробежало. Это минимум, это сейчас. До этого еще штуки 3 пробежало черных волка. Ну вот и считайте, что как чему почем. Так что бега здесь довольно-таки становится, блин, опасно. Будет такая вставочка перед ордой. Но довольно все весело становится. Приветствую всех, дорогие друзья. С вами Черный Металл в игре 7 Days to Day. Так. Сегодня у нас орда на 7-й день. Во многих видео я посмотрел, что да, в действительности на 7-й день прибегает там 7, максимум 10 зомби. Настройки у одного были на нормальном уровне сложности. Количество зомби было 16. Там какой-то параметр непонятный. У другого там якобы было все на максимум. Ну вот у меня, к примеру, все на максимум. Я показывал на первом стриме свои настройки. Давайте посмотрим, сколько же здесь будет зомби. Так, ну мне надо взять патрошки, кстати, Hunting Rifle. Куда я ее засунул? О! А вместо гаечного ключа, пожалуй. Ну вот и все. Пошла моча по трубам. Частично я шипы улучшил, частично нет. Че мог, то сделал, короче. Ну, хантит меня, хантит, это я понял. Ну вот прибежали первые добровольцы. Это плохо. Они пошли на то, что плохо усилено. Хорошо, шанс есть прорваться. Не, ребят, нифига. Минус один. А, я же не попил, ё-моё. Так, давайте-ка я с ружьишка постреляю. Да. Я бы сказал пару слов, но промолчу. Так, надо, короче, орду вот на этот край перегонять. Греха подальше. Посмотрю, они с самого такого плохо защищенного края полезли. Козлы такие. Так когда же он там сдохнет-то? Все, помер. Отлично. Попробуем сюда орду привлечь. Но, по-моему... И моя идея привлечения сюда не очень-то и нравится, да? Так, мне нужно железо, это срочно. Чем больше, тем лучше. Так, сколько? Ну, давайте по максимуму. Потом сплавлю, фиг ты с ним. Так, что принесла? Ничего не принесла. Плохая девочка. Так, хватит мне там ползать. Ну ладно. Из вредности возьмем. Ух ты! Ну их, я бы не сказал, что 7 штук.
Всяк, они 7, друзья мои. Так, где еще тут трупики? Ага, вот в чем прикол, да? Так, а вот толстого бы завалить, смотрите, какой он козел. То есть по шипам он ползать не хочет. Вот гадость какая. Да, деревянные шипы давно бы уже сдохли. Ага. Что, получил? Что с гранату? Здесь у нас что? Здесь у нас ничего интересного. Да, я знаю, что я заражен. Еще одна орда волков прибегала. Еле от них удрал. Не, ну я не знаю, где там. Нормально зомби так приползло на первую-то волну, извините меня. Да ёп! Слышь, дятел, я в другого хочу тут попасть, а ты там ничего мешаешь. Рыжий-рыжий конопатый. Все, да выпендривался, блин. Гад, он мне шип повредил. Слышь, ты спортсмен, кусок. Смотрите, какие наглые-то. Так. Как он хорошо-то там пристроился, однако. А железо-то впритык держит, друзья мои. Впритык. Надо, блин, следующей ордой бетони лепить. Так, готов. Да, блин. Толстого надо валить срочно. Это мудила. Фу, убрал. Отлично, уже попроще будет. Блин. Собаки только мне не хватает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, плохи дела. Их хоть и немного. Они что-то, смотрю, не шибко-то умирать хотят. Умирает, но не так, как бы я хотел. Нормально, держимся, держимся, друзья. О-оу. Проблема может быть в том, что они мне сейчас там что-нибудь сломают, это точно. Собака, ладно. Хрен с ней.
Что за на? Ёпты. А ты... Какого хрена здесь делаешь? О, блин, началось. Ладно. Здрасте, проблемы. Ладно, пока собака тупит. О, убили. Так, я не понял, откуда здесь у меня собака нарисовалась? Что-то конкретно так не понял юмора такого. Ты пить хочешь? Ты издеваешься, мужик? У нас тут вон атака с воздуха ядрить налево была. И на себе песик барбосик, блин. Как они тут прорвались так? Козлята. А, я понял. Я понял, понял. Тупой я. Не, бизнесмен. Ну, бизнесмены, как там его. Не прокатит твои фокусы. Да, собственно, орда-то... Может, и я бы не сказал, что такая, конечно, опасная, но все ж таки проблем может сделать. И не кисло при том-то. Так, ладно. 7 зомби. Что-то тут нифига не 7 зомби. Может, их и не так много, друзья, но геморрой, как видите, они мне сделали. Чего они даже шипу уничтожили? Так. Все. Undetected. А, так они орду вернули, дорогие друзья, к старым временам. И такая коротенькая получится серия. Все, вся орда пришла, друзья. Ну вот, пожалуйста. То есть теперь они всю ночь хотя бы по одному бегать не будут. Хрен знает кто. То есть все, вся орда. Ну сколько зомби? Ну штук 30-40 пришло. Ну вот, пожалуйста, на максимальных настройках, друзья, играйте. Потому что я, конечно, спорить не буду. Типа это может сложно, там то да сё, но вы извините, но вот сами посмотрите. Если настройки поменьше поставите, что будет. Это что-то как-то, знаете, по-моему, вообще не алё. Так. Как мне отсюда выбраться? Я что-то как-то не думал об этом. Я вообще мой прибор ночного видения. Все. Я на рубку леса. Давайте немножко поразвлекаемся. Я возьму вот фреймов. Вудиков. Вуди вудпекеров. Так, и где вообще мой лимонад? Начнем с этого. Ну, а теперь главное орду выдержать, остальное все фигня. А не поздно его выпил? Нет, не поздно. Так, ладно. Лямзик, лямзик, лямзик. Лямзик, ты где? Я, друзья мои, найду себе сок свой. Вот он. Да.
Мощная орда, знаете, такая, просто зашибись. Не, ну блин, серия, конечно, очень долгая, друзья мои, была. Просто обалденная какая, долгая, да? Блин, орда шла потоком, а мы отбиваемся. Мы что, отбиваемся, конечно. Не, ну это первая орда, вот которая была в ранних версиях, кто помнит. То есть там было стандартное количество зомбей, которое приходило. То есть чем дальше, тем было хуже. Ну, это как бы и прикольно, это как бы и нет. Я вам сейчас покажу немножко, как я тут бегаю, дерево рублю. Сейчас, правда, с прибором ночного видения. Но раньше без него ходил. Очень довольно-таки веселое занятие. Тут кирочкой, как правило, я вооружаюсь. И вот так вот бегу. Трам-трам. Волки стали появляться в больших количествах. В очень больших. А, гнездышко надо полутать. И зомбики здесь вас не видят. Правда, я их тоже не вижу, потому что их нету. Всего-то ерунда, да. Видно, орда будут такие короткометражные серии. Давайте хоть одного зомбика найду-то. Зомбики, вы где? Ага, походу, после орды, дорогие друзья, и зомби-то нет ни хрена. Не, ну это, конечно, меня немного как-то огорчает. Кстати, давайте вокруг территории приберемся, может они там где-то застряли. Хотя нет, они меня всегда должны хантить. Не понял я юмора, ну да ладно. Вот так вот я бегаю, дорогие друзья, теперь. Добываю лес, рублю камушки. Видимость, конечно, то же самое, что гамму выкрутить, собственно, на 100. По сути-то. Но вот, не вижу я зомби, вот ни одного. Меня. Но они меня тоже, правда, не видят, так что найдете прибор ночного видения, сможете также спокойно бегать. Ну, буду, пожалуй, заканчивать, потому что искать сейчас зомби. Можно до посинения. Вот такая вот орда. И такая коротенькая серия. Что ж, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, вопросы оставляйте под видео на YouTube. Подписывайтесь на канал. Посмотрим, дойду ли я в экспериментальной версии до второй орды, или выпустят нормальную. Мне тоже это очень интересно. Всем удачи, всем пока.